Члены правительства республики сегодня отправили в Государственный совет целый ряд законопроектов. Какие вопросы обсудили на заседании Кабинета министров, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. До того, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Михаил Игнатьев прокомментировал указ о стимулировании медиков, работающих в сельской местности. Этот документ глава республики подписал сегодня. Теперь работникам будут возмещать и затраты на уплату процентов по ипотечным кредитам. Такие меры, уверен Михаил Игнатьев, помогут решить проблему дефицита кадров в районных больницах. Установить, что за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов на приобретение или строительство жилья в течение 20 лет с даты заключения кредитного договора в размере 4% годовых. Это направлено на повышение удовлетворенности населения в сельской местности, прежде всего, к медицинским работникам, потому что есть там отдельные вопросы, где на самом деле не хватает, еще раз подчеркиваю, специалистов. Мы практически принимали эти решения по разным категориям. На сегодняшний день, могу сказать, к сведению, республиканский бюджет обслуживает 3146 заемщиков. Члены правительства обсудили и новые правила организации перевозок пассажиров. Теперь тарифы в этой сфере будут устанавливать на уровне кабинета министров и муниципалитетов. Перевозчиков местные власти смогут не только наказывать рублем, но и расторгать с ними договоры. Законопроектом вводится дополнительное основание для прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок, такие как неоднократное более 2 раз в течение месяца несоблюдение схемы маршрута, неоднократное более 5 раз для пригородного сообщения и более 3 для международного сообщения в течение месяца невыполнения предусмотренных расписанием рейсов. Новые правила помогут сократить и количество частных автобусов, которые дублируют маршруты официальных перевозчиков. Эту проблему поднимают в администрации Чебоксар. Есть маршруты, утвержденные Министерством транспорта, позволяющие перевозить пассажиров с Кугейс, например, в юго-западный район, или с Новочебоксарска на Богданку и в северо-запад. Мы выходили с предложением об ограничении этих маршрутов, изменения и высадки пассажиров в специально установленных местах или автовокзалах. И планируем совместно сделать документ планирования маршрутов перевозок как на территории города, так и на межмуниципальных перевозках. Члены правительства обсудили и розничные цены на газ. С 1 июля стоимость голубого топлива подорожает. Для потребителей, именно для населения, с ростом 2,6% с учетом транспортировки газа, который растет именно с 1 июля на 5,5%. Таким образом, за 1 кубический метр газ будет составлять 5 рублей 17 копеек, то есть ростом на 13 копеек. И еще одна тема заседания правительства – юридическая помощь в республике станет доступнее. В Чувашии планируют создать специальное государственное бюро. Законопроект регионального Минюста рассмотрят депутаты Госсовета. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.